Привет, ребята! Мне сегодня Мишка. Загадал какие-то странные загадки. Вот послушайте, ребята. Знают взрослые и дети, что упал с другой планеты. Фиолетовый зверек. Дети маленький дружок. Догадались, ребята, кто это? А я нет. Ребята, еще одна загадка. Это что за девочка просто? Ходит в красном платье. Косы вверх, как стрелочки. Голосок прекрасный. Я эту девочку не знаю. Рано утром он встает и кипит работам. Два ведра с собой берет. Собирает туда мед. Ребята, может это Мишка? И еще одна загадка, ребята. Худой зеленый. Узнай, попробуй. Мишка мне сказал, что ответ я могу найти на полянке. На той поляне большого красивого дерева. Это дерево называется ивой. Там мы найдем ответ на наши загадки. Ребята, может фиолетовый зверек? Это заяц? Если его покрасить? Нет, не похож. О, ребята, может это белка? Нет, опять нам не подходит. Ну эти друзья точно с другой планеты. Но это не они. Вот, ребята, это место. Ребята, фиолетовый зверек. Это же Лунтик. А девочка в красном платье. Это божья коровка Мила. А собирает мед. Это пчеленок. А худой зеленый. Это кузнечик Кузя. Ребята, мы справились с нашим заданием. А теперь мы пойдем домой к Мишке. Он там печет вкусное печенье. Пока, ребята! Может, уже поужинаем уже.